Так, всем привет, Всем дорогие! привет! Да подожди, сначала папа! Куда поперек батьки в пекло лезешь? Натя, анана, анана! Ладно, всем привет, с вами снова хэштег экстремалы, с вами Евгений Чернов. Вот мне тут сын поднял настроение, поэтому любите своих детей, потому что они иногда, ладно, так уж и быть, иногда делают что-то классное и прикольное. Ставьте лайки, нажимайте колокольчики, подписывайтесь на наш канал, потому что мы планируем Лего город когда-нибудь создать в городе Ставрополе. То есть вообще это будет с макетом, железная дорога огромная. Но пока у нас вот такие начинания и пока у нас вот такая вот фишка прикольная. Вова, даем тебе слово. На мотор. Вот такой у нас мощный поезд, который ездит, такое ощущение, что не по рельсам, а рельсы ездят по поезду. То есть ездят, они ходят ходуном, они ездят, сами рельсы ездят, и что такое. Вот ваши комментарии, что-нибудь будете говорить излишнее. Не надо лишних слов, не надо памяти. Это пока папа был на улице где-то там. На Я просто запустил этот поезд по кругу, и он двигал рельсы. Да, прикольно. Собственно, с нами будет еще видосы. Вот так. Все, пока-пока. Пока.